Химках появится еще один перекресток с круговым движением. Таким образом, власти планируют решить проблему выезда с улицы Родионова на 9 мая. Руководство Химдора согласовало проект с отделом ГИБДД. На этой неделе они встретятся с представителями Toyota Center для проведения точных расчетов по расширению дороги. Прошу протокол записать, ответственный Иванова Ирина Витальевна, обратиться с обращением в собственнику Toyota Center на уделение части земельного участка под круговую развязку. С наступлением нового учебного года на дорогах увеличится количество детей, поэтому сейчас основное внимание направлено на их безопасность, отметил Евгений Петеримов. Также необходимо проводить беседы с родителями. Статистика показывает, участились случаи наездов на детей на дворовых территориях в присутствии взрослых. В этом году мы будем пробовать в дошкольных образовательных учреждениях новые тематические программы обучающие, направленные на именно привитие навыков безопасного поведения детей на улицах и повседневной жизнедеятельности. Из 18 тысяч учащихся 467 занимаются в отрядах юных инспекторов дорожного движения. Руководители образовательных учреждений и представители ГИБДД уже разрабатывают план мероприятий юидовцев на новый учебный год. Екатерина Юшна, Дмитрий Алексеев, служба новостей.